Bitrix24 позволяет совершать информационные звонки. Система преобразует введенный текст в голос и позвонит по нужному номеру. Рассмотрим кейс о напоминании участникам семинара о мероприятии. Настроим информационные звонки по контактам, которые зарегистрировались на мероприятие. Для этого в настройках полей контакта мы создали специальное поле «Участник семинара». Для каждого мероприятия мы будем добавлять новый пункт в список. Настроим информационный обзвон. Создадим сегмент участников семинара. Видим, что мы можем позвонить 8 участникам. Сохраним сегмент. Перейдем в рассылки и создадим новую рассылку типа «Инфозвонок». Выберем сегмент для рассылки. Выберем номер, с которого будем совершать звонки. Обратите внимание, звонки можно совершать только с номеров, подключенных в телефонии Bitrix24. Для успешного выполнения звонков на балансе телефонии должно быть достаточно средств. В один момент времени могут выполняться только 5 звонков. При обзвоне большого количества клиентов планируйте время, за которое обзвон будет завершен. Укажем текст, который будет проговаривать робот. Выберем голос, скорость и громкость произношения. Сделаем тестовый инфозвонок. Добрый день. Напоминаем вам, что 2 сентября состоится семинар «Территория бизнеса 2019». Адрес: центральный концертный зал. Начало регистрации в 9:30 утра. Приходите, будем рады.